Как-то мне тут не нравится. Плохое место. Было бы странно, если бы тебе нравилось. Смотри, сколько бутонов. Осторожно. Ага. А фонарик? О, есть фонарик. Старая. Да, старая вроде. Да. Подожди, а мы тут были, наверное. Были-были, мы это читали. Подожди, а вот это... Я просто место не узнаю. Что? Последнее сообщение, я не очень поняла. Диагностика очистителя. Ага. Вот этого не было. Но мы... Нет, подожди, но мы же очиститель как раз перезапустили, или нет? Мы же систему, помнишь, запускали, там 3 штуки эти вставляли. Хотя, может, я не... А, ну вот, все, точно мы тут были. Мы тут были, да. Да. Но, ну вот, видимо, последний документ, это он уже вот делал. Потом. Угу. Или я просто не обратила внимания на это сообщение в прошлый раз. Отфильтровала. Слушай, ну здесь же эта фигня где-то бегает. Я думаю, не одна. Замечательно. It's gotten worse, Declan. Way worse. I'm going to the water purifiers. Офигеть. I hope it'll be enough. Okay, well, after what you just did, you better fucking kill that thing. Ага. Чем убить-то? Вот еще. Стой! Есть смысл прямо вот вокруг делать вот так вот. Вон еще бутоны. Они могут просто быть капец, за стволом, и ты их заросло. Можешь не увидеть, поэтому нужно на всякий случай просвечивать. Вон еще бутоны. Держи дозу. О! Это же та самая штука. Да, похоже. Так, где-то плюхнуло что-то. Что за звук? Оно мне голову пыталось откусить или что? Походу. Еще бутоны. Глаз? Это глаз? Ну, похоже на глаз, да. Говорит наверх, да? Да. Бутоны. Вниз, да. Это вот здесь она выскочила. Можно было пройти через стекло, в принципе. Бутоны? Нет, там стекло разбито. Ой, в смысле, не разбито. А, нет. Треснуто здесь, только, да? Это не то место, наверное. Понятно. Осторожно, вот здесь за углом что-нибудь может. Бутона. Ага. Просто место такое прям западлянское. А намного нам, интересно, вот таких инъекций хватит? Где? Согласен. Слева повернись. Ага. Этот люк? Что люк? Я просмотрела. Этот люк, говорит, приведет нас туда, куда нужно.
А влево не пойдем? Ну ладно. Да мы тут везде были, по идее. Последний раз мы от нее тут бегали. Да, я помню. Я думаю, мы с ней еще столкнемся и не один раз. Но здесь-то уж точно столкнемся. Не хочу. Куда нам? Ты мне покажи, налево или направо. Наверное, сюда. Судя по иконке. Вот по-любому какой-нибудь скример сейчас будет, да? Слишком спокойно и тихо. Не нравится мне это. Очень может быть. Стой. Gotta inject them both. We'll see if it works. Вот эта штука слева меня напрягает. Так, один резервуар отравили. Вот это вот. Видишь, там какая-то круглая штука. Отойди от нее. Это почка. А куда мне теперь? Во вторую, что ли? В этот, во второй туннель? Ага. Да по-любому еще что-нибудь будет. По-любому. Все, куда бежать? Ой, не знаю. Whoa, Declan, it really didn't like that. The poison is already polluting the water supply. Oh, that's a win. Now get up to the environmental control console and dump the entire reservoir. Еще и слить нужно. То есть она еще пока не распространяется. Shane, we found something. Josie saw a door along the escarpment near the crash site. She wants to check it out. A door carved out of the cliff. Ха. It's massive. I told her we need the recon with you, but she's fixated on this. Orochi has secrets upon secrets. It is Orochi, right? Apparently, we're going to find out. В скале дверь. Mm-hmm. Отлично. Это не там вот эта вот тетя странная сидит? А возможно, у них там тоже какая-нибудь подмена реальности. Хотя нет, вряд ли мы-то не могли контактировать с ними. Они же вдвоем там, они ее видят вдвоем. Значит, это не то. Возможно, там что-то и настоящее сидит, которое оттуда рулит. Всем вот этим вот. Ладно, не будем пока гадать. Ну, я пошел. Куда тебе добраться надо? Где там запускается это все? Ну, консоль вот эта вот. Туда. Меня приглючило или там что-то ползало? Может, ползло. Я видел, что там что-то проползло. А, к этому уже рычагу. Ага. Справа бутоны. Да они нам, по идее, не мешали. Да мало ли. Ладно, погнали. Бежать? За что-то я не поняла. This thing won't stop. Maybe if I pump the last dose into the roots around the base. Ты псих.
What is this? Что? Это Инна. Да в глаз ей, в глаз, давай. Да я же нажал. Давай. Фу, какая. Фу же, ну. Она деревом стала. Доктор Букова? Да, давай. Да, давай, давай, давай. Это не может быть она. Валим! А почему не обратно-то? Почему через... Вот справа еще бутон аккуратно. Может, за мной не идет? Во-во, ломиком, ломиком. Давай. Ну, все время кажется, она тебя сейчас за руку укусит. Да. Да офигеть. Вот сюда, вот туда, да. Какая. Бежим, бежим. Еще бутоны. Сама иди сюда. Бутоны. Еще. Ага. Вот здесь. О-а-а. Да пристало же, ну. Куда тебя отдавай? Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Туда и шприц прям гони. Ну, ну можно и так. Ладно. Тоже нормально. У тебя прям уже мозги набекрень. Да. Последняя, да, вот эта штучка? А так мы ее... Да, последняя. Мы вернулись. Все, быстрее, быстрее, выскакивай. Оп. Все, короче, она его не контролирует. Being controlled by the tree. She is the tree. What the hell? How? The tree, her specimens, the black infection everywhere. She's not even human anymore. Kill me. Please. Kill me. Пятый уровень. Ничего себе. Потом почитаем. Where are you? I'm coming. I'm getting out of here. No. You need to access Ina's computer and find out exactly what she was up to. My God, are you kidding me? Shane, think. The Cyrano is gone, and our resupply with it. If the main base goes down, we're all dead. If Volkova's research still poses a threat, we need to know. You want to find out what she was up to? You come and do it yourself. I don't care. Hey, listen, I know you've been through a lot. I'm sorry. We all have. You're right. I bet the seats on the rover are just unbearable. Hey, listen, buddy, I've spent all afternoon picking up whatever pieces I could find on the Cyrano crew. Don't act like you're the only one who's having a tough day. Anytime you want to trade places, you be my guest. Oh... Fuck off. Enough, both of you. Dr. Newhart, do you read me? Commander Wilcox. Your primary objective is to assess any further threat to the base. Volkova was clearly hiding things from us. Use her security clearance to obtain whatever information you can find. You are to remain at base and radio your findings to your off-site team. Copy? Yes, copy. We're headed to the cliffside doorway. If there's proof of intelligent life on Mars, I want to know. I want everyone to know. Declan, you're on comms. Got it. Hey, sorry to be a dick. Yeah, me too. All right. I can do this. I mean,
If I were to start somewhere, it'd be Volkova's computer. Right. I'll check with her station in the research lab. Maybe she left a note or something. You got this. Теперь у нас доступ есть везде. Угу. Пятый уровень. А у него вообще изначально первый был. Угу. А долго вот этот яд будет распространяться вообще? Хороший вопрос. А дальше-то пройти нельзя? Можно, можно, я просто глянуть. Самое место. А нет, это не то самое место. Или то самое. Центр. Да, то самое. Так, где у нас компьютер Инны? Это он? Да. Так, ну посмотрим. А, куратор. На протяжении многих месяцев я сомневался в эффективности работы здесь, на Марсе. Я знаю, почему меня взяли на эту должность. И меня не смущает очевидный контроль и наблюдение со стороны представителей Орочи. Теплица невелика, испытывает проблемы с оборудованием. Оно примитивно. Вдобавок, от меня требуется участие в подсобных работах и мероприятиях, которые отвлекают меня от моих задач. Однако недавний прорыв в исследованиях подтолкнул дальнейшие эксперименты. И теперь я требую от вас продемонстрировать мне безграничный потенциал нерегулируемых внепланетных исследований, которые обещал Орочи. Прилагается предварительный перечень результатов и план целей проекта АРК или это АПК, ну, в общем, неважно. Вкратце, рост и контроль. N-патоген меняет размер в зависимости от внешних раздражителей. N-патоген, как прикрепленный к организму хозяина, так и изолированный, может быть обучен повторять задания, преодолевать сопротивление стимулам и выполнять простые действия с положительным подкреплением. Потенциальное применение этого открытия, как вы наверняка знаете, совершит переворот в науке. Угу. Утверждение проекта Арбормор. Ваши недавние успехи и вклад в изучение гнили в применении к растительной жизни оказались неоценимыми для нашего дела. Я поручил куратору собрать результаты ваших исследований в архивном центре в Аргусе и взял на себя смелость присвоить вашему проекту кодовое название Арбормор. Это обозначение лучше соответствует нашей миссии. Вы получаете допуск к объекту Argus. Ваш код доступа 5538. Это дает вам автономию от капитана Уилкокс. Хотя она об этом и не узнает. Она не будет иметь доступ к вашим записям и переговорам на этом уровне, включая данное письмо. Раскрытие информации приведет к немедленному аннулированию допуска. На Марсе вы свободны от ограничений и контроля, из-под которых не вырваться даже в самых безопасных лабораториях Орочи. Используйте эту свободу. Не заставляйте меня сожалеть об этом решении. Отец. 55-38 надо записать. Ну или запомнить. Может быть, где-то тебе там сохранят. Я ручку куда-то запрятала. Я не знаю, где она. Ну, запомним, я думаю. Как? 55-38? Да. Попробую. Утверждение проекта Арбормор. Отец, мне не нравятся завуалированные угрозы. Мне не нравятся ваши дурацкие кодовые имена и ваш корпоративный сленговый термин «гниль». Группа Орочи, названная в честь восьмиглавого чудовища, превозносит себя выше небес. Это унизительно. Когда я добьюсь успеха, я не буду открывать вам новые горизонты. Когда я добьюсь успеха, это будет потому, что я раскрыла тайну гнили.
Такую удивительную силу нельзя унижать кличками. Нуль патоген немногим лучше. Отныне я буду называть это вещество НПАТ. Когда я изучу его получше, он получит более приемлемое клиническое обозначение. Когда я добьюсь успеха, никакие правила не позволят произносить вслух эти презрительные клички. Когда я добьюсь успеха, я буду устанавливать правила. Когда я добьюсь успеха, вы будете ползать у меня под ногами. Нормально. Доктор Волкова. Если вы добьетесь успеха, у вас будет все это и даже больше. Нормально. Я так понимаю, здесь этот код нужен. Declan, there's an elevator. In the center of the research lab. The server room has an elevator. By it 100 times. Прикольно. I'm heading down. Так, технический туннель, обработка Аргус и Кар. Как интересно. Ну давай пока в технический туннель. Доступ запрещен? Нормально. Обработка, доступ запрещен. Давай в Аргус. И все же, здесь значит, кто-то до этого все строил. Ну да, они, видимо, заехали просто уже на готовую базу. Раз они не в теме, что здесь вот лифт есть, значит, это не они строили. Она же не могла тут все одна собрать. Боже, как тут все тормозит. Какая штука? Какая штука? Ну, я так поняла, которая за тобой бегала. Но тут же вроде нет корней, ничего нет. Как она сюда попала? То зараза, нет, смотри.